Ну что, мальчики и девочки, всем привет! Уринки, знаете сегодня что? Ну я вам говорила, смотрите, опа, какая красота! На нее невозможно наглядеться, как бы говорится, да? Всем приятного аппетита! Ой, вот только что приехала с городом. Ой, короче, купила себе краску. А вот уж шоколадный заяц на Новый год. Там, короче, в магните купила мандаринки. Вы представляете, шла на остановку. Ну, Андрюша на работе. Я шла на остановку, короче. Ну и Маринку встретила, соседку свою. Короче, пирожки с капустой. А, какие вкусные девушки. Девочки, это просто балдёж. Она говорит, пойдем, я тебя провожу. Ну, я говорю, пойдем. Мы пошли, короче, на соседнюю улицу. Ну, по соседней улице. Представляете, там баня сгорела. А мы даже и не знали. Понимаете, да? Вот так вот. Живем вроде рядом. И не увидели. Ну, она не полностью сгорела. У нее только крыша сгорела. Блин. Вот. Крыша сгорела. Но все равно как-то жалко, да? Это вот Иринка капусту делала. Маринованную. Думаю, надо еще пару вилков прикупить. Думаю, надо бизнес, что ли, открыть. Ну, сельский бизнес. Ну, Ринки, знаете, бизнес-то хорошо получается открывать. Вот. Короче, квасить капусту в бочках. Ну, там или в ведрах, не знаю, как получится. Ну и продавать. А у меня капуста обалденная получается. И вкусная. Ну, так вот. Обалденно. Вы слышите, как хрустит капуста, как по снежку идешь. Я сегодня нагулялась. Эти вот мандариночки. Ой, ничего такие. Я думаю, что вкусно. Но 149 рублей. Что не взять-то, девки, да? Ой, что-то чешется. Не знаете почему? Что вы не представляете? Аллергия какая-то появилась. На кого-то, на чего-то, не знаю. Сейчас кофе попью. Или ближе к Новому году покраситься, не знаю. Короче, что делать? Я себе купила, знаете, что? Я себе купила, ой, ангиовит. Такие таблеточки. Ну, для памяти, говорят, хорошо. Вот будем пить. Их, короче, надо 2 раза в день пить. Тут, короче, прием на курс. Ну, как бы давление понижает. Ладно, хоть бумажка не такая большая, да? Тут крупы, витамины. Восстанавливающиеся вещества. Но тут сахароза есть. Короче, еще одни таблетки смотрела. Ну, это, короче, я в Инстаграме. Там в Инстаграме, короче, эндокринолог сидит.
Ну, как бы у меня на Ютубе, на Дзене тоже есть эндокринологи, да? Ну, там это, такая сидит девушка. Ну, она говорит, что нужно пить. Ну, и назвала, короче, какие надо, короче, витаминчики попить. Вот я решила попить. Ну, блин, что ты не засовываешься? Инструкция. Я инструкции, кстати, никогда не читаю. Такие мини-пирожочки. Обалденные. Тех, кстати, с наступающим Новым годом, девки. Скоро 24-й год, представляете, да? Горяченькие. Кофейком запить холодненьким. Ой, ну, он не холодненький, он такой, знаете, тепленький. Кофеек. Но мы с вами пирожки не ели. Ну как, я не ела, вы просто не глядели. Как вы думаете, мне на день хватит? Вот жареные пирожки, да. Я последний раз ела в Крыму. Максимка мне готовил. Пирожки просто бомба. И вкусненькие. Что вам хотела-то рассказать, представляете? Я вот зашла, я там в Чижик зашла, да. А там, короче, двери не могла открыть. Ну, блядь, каша с утра не поела, двери открыть не могла. Вот. Охранник, короче, открывает мне двери. Такой говорит, девушка! А мы с вами не знакомы? Я говорю, нет, упаси Боже. Свят. Там, короче, я сам. Там цыган. Я говорю, нет, мы с вами не знакомы. Так он идет у меня, представляете, по магазину, идет. Он говорит, точно не знакомы? Да нет, не знакомы. Я тебя, товарищ, первый раз вижу. Так вот. Какая вкуснотища. Первый раз его вижу, он говорит, мы с вами знакомы. Да нет, на бурдышак не пили. Так вот. Какая вкуснотища. Девочка, я бы вас позвала в гости, но не позову, самой мало. Вдруг еще не хватит Иринки. А выходные, короче, ко мне должен гость приехать. Гость ко мне должен приехать, кое-что привезти вкусненькое и полезненькое. Он говорит, хочу, Катеринка, тебя порадовать. Я говорю, спасибо. Но я не буду говорить, кто приедет и когда что-то привезет Иринке. Понимаете? Пирожки. Вы бы это бы унюхали бы запах, вы бы офигели, такие пирожки. Виталик, ты где? Хочешь пирожок? Виталик, капусточка. Если Виталик должен
и грибочки отправить. Надо, кстати, ему напомнить, да? У нас на улице так жарко. Представляете, в своем пуховике. Что у нас вроде 7 градусов, да, показывают на градуснике. Сейчас посмотрим. 5 градусов. Блин, а так жарко. А сейчас снежок такой сыпает. Сыпает снежок. После завтра вообще минус 2 будет. Ночью 0. Охереть. Главное, днем будет минус... А, плюс 2. Плюс 2, девки. Прикиньте, да? В четверг будет плюс 2. Ночью будет 0. В пятницу будет минус 1. Плюс 1. Ночью минус 5. Фиг, погода, короче, с ума сходит. Так и говорит. Яринка, накатить надо. Доброе утро. Доброе утро. Вот видите, вам говорят, доброе утро. Хотя уже день. Да? Ой. А, Ирина Борисовна, огромный вам привет. Зачем в Москву? Сразу в Париж. Ну, я хочу в Москву. Меня там Лёха ждёт. Фёдор, выходите на диалог. Чем вас жизнь обидела? Я не знаю, чем Фёдора жизнь обидела. Ну, вообще не говорите. У меня вот есть группа, да, ВКонтакте. Ну, ладно, хоть придурковато еще туда не заходят и не пишут. Ну, а как могли бы? Ну, пока не заходят. Вот. Ну, кстати, там два мужичка у меня есть. Они подписались на меня. Мужички из гармошка, поиграйте немножко. Да ладно, короче, я не с ума сходит, понимаете, да? Будете конфетку халву. Очень вкусная. Свежак, хуярки свежак. Недавно купил в магните. Что-то я так, короче, полюбила эти конфеты. Они очень вкусные. Прям обалденные. А вообще обалденные. Ну, знаете, с утра с кофейком самое то. Вот так вот. Ну, так вот, понятно, да? Ай, девки. А картошку посмотреть. Ой, картошка еще не сварилась. Салат будем делать. Салат, девки, салат. Вкусный, витаминный салат. Из картошки. Ну, а что, вы не знаете, что ли, какие блюда можно из картошки приготовить? Я думаю, вы умные. Что я вам хотела сказать? Я уже забыла память. Проблема с памятью, короче, понимаете? Ой.
Но на конфетке у меня память хорошая. Хотела, короче, еще купить это. Соломку. Соломку. Диетическую. А она, представляете, что-то она мне так не понравилась в магните. Ну ладно. Потом. Там еще надо конфетки коровка. Ой. Ну, у меня же есть повара, я вас учить не буду, да? Я думаю, вы знаете, что можно приготовить из соломки из конфеток коровки. Так что вот так вот. Что я хочу за халва там? Ой, очень обалденная халва. Не знаю, что производство, не видно. Халва вкусная. Очень вкусная. Наши девочки. Вот тут еще шоколад остался. Своей фирменной ложкой. Короче, я думаю, это. Это, короче, ложки. Мы кофе раньше покупали. Там были эти ложки. В комплекте с кофе шло. Понимаете? Вот. Ну, они со временем, видите, уже. Надо изи-клин, наверное, купить, да? Чтобы это... почистить. Все, мандарин. Ах. Вкусно, кстати, мандаринки так пахнут. Я думаю, что сладкие. Мандаринка. Даже песенка есть, мандаринка. Кисло. Ну, такое, знаете, может, кстати, после конфеты она окажется кислая. Давайте я это попробую. Ну, я им взяла так немножко. Ну, почти килограмм. Ну, много не стала брать. Бананчиков взяла. Надо, короче, овсяный блин с бананом приготовить. Понимаете? Вот. Давайте. Ну, знаете, сладость есть. Ну, не такая уж большая сладость. Немножко кисловатенькие. Какую? Наверное, вот эту. Вот. Новым годом пахнет. Пахнет Новым годом. Я помню, раньше вообще мандарины только привозили на Новый год. Мне тетка рассказывала, мандарины, они, ну, в советские годы. Они только видели в подарках новогодних. У садики давали, короче, подарки. И там были мандаринки. У меня тетка говорит, я так ждала Новый год, чтобы съесть мандаринку. Ну что, в советские годы же такого не было, как сейчас. И яйца по 30 штук в одни руки только. Дурдом. Знаете, одна сладенькая, а другая такая кислая. Ну ничего. Угу. Попробовать можно. Вкусно? Так что...
куплю изи клин. И отмою ложки. Отмою. А вилки-то у меня вилки все ровные, ложки ровные. У вас это, видать, галюники. Так что все, мальчики и девочки. Иринка наелась. Кстати, фонаря у меня нету. У вас тоже галюники на фонари. Так что вот как-то так, ничего иначе. По щелчку в 3:15. Та-дам! Блин, челка спотела под шапкой. А, кстати, девки. Ну, я же шапку-то выбрала, да? Какую, розовую взять или белую? Ну, вы там пишите. В чижике я вам показывала. Так что напишите, какую. Я вот думаю, белую или розовую. Но у розовой не так уж мараться будет, а белая будет. Так что посмотрим, да? Так что все. И я наелась, пирожки были очень вкусные. Вот такие пирожечки понюхайте, смотрите, какая красотища. Сколько пирожков у Иринки, да? Вот. Всем приятного просмотра, хорошего дня и хорошего настроения. И пускай не покинет больше вас. Вот. Ну все, а я, короче, пойду сейчас вам видео монтировать. Выкладу. Ну, без разницы. Ну, вы зацените пирожки и не забудьте поставить лайк. Всем приятного просмотра. Ах, вкуснотища. Вы знаете, какой запах вкусный? Ой, аж балдежный запах. У меня же даже Манька. Манька, знаете, тут сидит и нюхает. Как пирожок-то стащить? А не дадим пирожок, самим мало. Все, мальчики, девочки, всем пока. Всем хорошего настроения.